Всем привет! Это два лайфхака для кошек. Чтобы кошка могла хорошо следить за птичками, положите коробку. Она будет там уютно и хорошо сидеть. Лайфхак 2. Когда вы будете мыть свою кошечку... Ой, ты куда пошла-то? Когда вы будете мыть свою кошечку, положите сюда полотенце, чтобы она не скользила и не убегала. Ну, если вам понравятся лайфхаки, я буду снимать их. Всем пока!